Это кадры с операцией по удалению камня из почки методом эндоскопии. В отличие от него, традиционный – разрезы в области живота и работа специальными медицинскими приборами – напоминает о себе долгим восстановлением и приличными швами. Но для многих удаление камней теперь станет не столь болезненной и отягощенной последствиями процедурой. В нашем регионе наконец-то стало возможным дробление камней в почках с помощью лазера. Эта методика позволит лечить и расширить оказание помощи больным именно с камнями, которые локализуются в почке, в чашечках, которые в предыдущей методике были выполнения их недоступны. С помощью ретороскопа, прибора, похожего на шприц с тонкой леской, врач через гениталии добирается до камня и дробит его в пыль. Мы проводим осмотр лоханки, осмотр чашечек, находим камни у пациента и проводим лазерную литотрипсию, то есть дробление камней в том месте, где они располагаются, в той чашечке, где они лежат. В последующем эти фрагменты, когда после фрагментации камня, можно спокойно произвести литоэкстракцию, то есть удалить эти фрагменты и очистить почку от фрагментов. Технология дробления камней довольно популярна во всем мире. Благодаря ей 25% больных избавились от необходимости проведения полостной и эндоскопической операции по удалению камней. Срок восстановления для таких пациентов сокращается в 3 раза. Вместо 3 недель – 1. К тому же, к минимуму сведены и осложнения. К слову, пробная операция, которую снимали мы, по словам врачей, прошла успешно. Теперь остается дождаться, когда в краевую клиническую больницу поступит оборудование. Руководство медучреждения уже завершает оформление документов. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.